Итак, всем привет, с вами Добгай, и я хотел бы рассказать об неком абузе, который, в принципе, уже очень много кто заметил, а именно касается он мирных конференций. Есть способ, который позволит вам получить очень много варскора на конференции, а именно это поставка горючего. Я для примера сейчас прогнал мировые события до того, как Германия попала на Советский Союз. Здесь уже очень многих стран куча всякого общего участия войны. Мы только-только вступили. И давайте посмотрим, сколько мы сможем набрать варскора только по ленд-лизу. Такими вот скоростями он набирается. Очень безумными. Конечно, да, вы тратите топливо, но, господи, это конвертировать топливо в варскор очень прекрасно. Где-то там у нас микропотери произошли, но все-таки у нас уже 500 ленд-лиза. Как можете видеть, здесь цифры набираются намного меньше. То есть вот уже мы ничего не делая, набрали процент. И постепенно это число будет только увеличиваться. Давайте прогоним, не знаю, до конца 42 года. При этом я постараюсь никак по-другому не набивать себе варскор. Причем обращу внимание, если вы импортируете себе нефть и производите из этой нефти топливо, то это все еще считается как ваш варскор на ленд-лиз. И, соответственно, цифры растут еще безумнее. Ну, опять же, подождем конца 42 года и посмотрим, сколько мы набили просто без каких-либо других действий. И вот я догнал до конца 42 года, наступил уже 43 год. То есть, в принципе, учитывая, что мы начали где-то весной, прошло чуть меньше года, и мы набрали 30%, практически 30%. Я думаю, если бы мы догнали прям полный год, там было бы где-то 32-33, может, к 33. И это просто огромное количество. Мы ничего буквально не делали, как вы можете видеть, кроме ленд-лиза, топлива. То есть то, что нам вообще ничего не стоит на какой-то стране с топливом. Кроме того, тот факт, то, что мы можем еще покупать дополнительно нефть, производить из нефти топливо и экспортировать его как бы типа ленд-лизом, тоже дает нам варскор. Это тоже стоит помнить. То есть, если у вас вот не хватает варскора, вы всегда можете закинуть плотненько так топливо. Используйте это на каких-то маленьких странах, импортируя топливо себе и закидывая, импортируя нефть себе и закидывая топливо в какие-то большие страны. Либо на больших странах перебивать варскор других стран. То есть, допустим, если взять еще один годик, то я думаю, мы одним этим топливом перебьем Советский Союз. Хотя, как вы можете видеть, у него просто огромный импакт на войну. Просто куча сражений, большие потери. Но мы поставили топливо, поэтому мы вполне себе сможем взять львиную долю каких-то завоеваний. Так что спасибо за просмотр. Пользуйтесь багом, пока не пофиксили. Может, это вообще никогда не пофиксит. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь своим мнением. И до скорых встреч. Пока.